Я искала 4 года эту землю под поселение. Везде и давали мне землю, и давали во снилу, но вот такой вот красоты я нигде не видела. А здесь, как приехали, у нас где-то 6 человек было, как говорится, упали на эту землю, сказали, мы отсюда никуда не уйдем. Ну, мы находимся на моем родовом поместье. Родовое поместье Фролова Валентина Ивановна. Вот мои границы от моря и вот до этой вот березки. За это годы у меня уже выросло где-то 500 деревьев посажено. Говорят, что липа цветет только на 10-й год. У меня на 6-й год зацвела. Вот они, цветочки липовые. А, наверное, от любви. Постоянно поливаю, постоянно разговариваю с ними. Построила я небольшой такой летний домик. Он небольшой, такой вот легкий, но утепленный. И все говорят, что уютно. Мы хотим жить так, как наши предки жили на земле, и что-то создавать. Это любовь к родине, любовь к нашей традиции, любовь пращурам. И вот то, что пращуры наши сделали, наши прадеды, бабушки, дедушки проделали, мы должны сохранить это все. Для детей, вот, понимаете, вот простор. Те дети, которые здесь растут на этой природе, на свободные, у каждого есть грядка, у каждого рассуждение совсем другое. Здесь, на этом поселении, совсем другое отношение к природе, другое отношение к людям, какая-то любовь появляется. И воздух чистый, и экология, и это разве не рай? Это рай. Прекрасно на этой земле жить. Утром встаешь, вот звенящая тишина. Птички поют, кричат, вот чайки кричат вообще. Настолько вообще красиво здесь. Вот чувствуешь, а когда вот ночью, я никогда не видела вот такого неба, как здесь. Какие яркие звезды, какое небо красивое. Какая красота бывает вообще. Поэтому это здорово. Это здорово иметь такие поселения.